Какое все-таки удовольствие быть на Сан-Сиро, где совсем скоро начнется настоящая... И нам показывают сейчас состав команды хозяев. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. Мы видим состав команды гостей. Обе команды настроены на тотальный контроль мяча. И тут, конечно, на первый план выйдет исполнительское мастерство. Всем привет! Какое все-таки удовольствие быть на Сан-Сиро, где совсем скоро начнется настоящая... И нам показывают сейчас состав команды хозяев. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. Мы видим состав команды гостей. Обе команды настроены на тотальный контроль мяча. И тут, конечно, на первый план выйдет исполнительское мастерство. Всем привет! Какое все-таки удовольствие быть на Сан-Сиро, где совсем скоро начнется настоящая... И нам показывают сейчас состав команды хозяев. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. Мы видим состав команды гостей. Обе команды настроены на тотальный контроль мяча. И тут, конечно, на первый план выйдет исполнительское мастерство. Много разговоров ведется о постройке нового стадиона для Милана, но все это так и остается разговорами, и Сан-Сиро по-прежнему принимает на своем поле две команды из Милана. В 2017-м уже хотели начать строительство нового стадиона, но новое руководство Милана заморозило этот проект. Первый тайм начался. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Лукас Билья. Джакомо Бонавентура. Наносит удар игрок.